Всем привет! Привет, мои дорогие друзья! С вами Аня. Добро пожаловать на мой канал. У меня вы найдете много распаковок, посылок с сайта AliExpress. И не так давно я стала заказывать и на Jumia. У меня много всего интересного. Обязательно что-нибудь себе найдете. Все ссылки на товары из видео у меня будут внизу в описании. Если ты еще не подписан, обязательно подписывайся и нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить мою очередную распаковку посылок. Ну, если понравится видео, я надеюсь, вы меня поддержите лайком, мне будет очень приятно, а вам не сложно. И смотрите до конца видео, будет сегодня много всего интересного. Как я долго ждала эту вещь, заказывала в детскую комнату, это сантиметр, то есть отмечает, сколько ростом ребенок. Тут можно подписывать, то есть сам решает, кто. На деревяшке, то есть снизу деревяшка будет, сверху идет деревянная вставка и ниточка, то есть мы вешаем на крючок, и у нас висит сантиметр. Он идет от 10 сантиметров до 190, то есть даже взрослые могут померить свой рост. Он очень красивый, здесь разные звери нарисованы, все четко видно. Это не бумага, это холст, он плотный, то есть ничего не будет со временем. Повесили ростомер при входе в детскую комнату, он мне даже в камеру не влазит. Он очень длинный. Повесили на вешалочку, я ее тоже заказала. О ней чуть позже расскажу. Красочный, яркий, нарисовано все четко. И здесь мы стали отмечать рост старшего сыночка и младшего. Смотрится очень здорово. Детки довольны, теперь постоянно мерят свой рост. Очередная заколка для волос красиво. Выполнена она отлично. Вся украшена в бусинах белых. Заколка плотная очень. Волосы будут держать отлично. Все выполнено аккуратно. Смотрится красиво и интересно. Очень много разных форм, видов. Эту маску я заказала на Jumia. Это маска для шеи. К сожалению, как видите, я сейчас скрывать ее не буду, потому что если вскрыть, сразу нужно пользоваться. Я обязательно попробую, отпишусь. Она, к сожалению, порвалась. Это, конечно, не будет, не повлияет никак на эффект использованный, но неприятно, что вот она, видите, внутри там порвана. Так вот выглядит, мы кладем на шею, за шею тоже нужно ухаживать. Принцип, как патчи накладываем, ждем какой-то, вот как написано, полчаса и снимаем. Имеется здесь срок годности, на английском, на китайском здесь все написано, как пользоваться, ингредиенты. В общем, сама маска силиконовая, пропитана. А это кожаные шорты из эко-кожи. Я уже в одних из своих распаковок показывала в бежевом цвете. Мне очень понравилось, я решила заказать в черном. Приходят с бирками, в подарок продавец положил резинку. На свои параметры я взяла 2XL на объем бедер 98. Что они себе представляют? Они идут с высокой талией. На талии у нас идет резинка мягкая, застегивается на пуговицу, на молнию, имеются шлейки для ремня. Здесь у нас спереди имеются выточки, чтобы красиво садились по фигуре. По бокам два кармана достаточно вместительных, и к низу они идут немного расклешенные, то есть широкие. И сзади у нас два кармана, но это имитация для красоты. Швы все ровненькие, аккуратные. Нигде ничего не торчит. На шортике отлично. Запаха, кстати, тоже нету. На выбор есть несколько расцветок. Как я уже заказывала, мне понравились и качество, и как сидят. Поэтому я могу вам смело их советовать. Так, это милая детская пижамка. Бирки присутствуют. Заказала я пижамку для младшего сыночка. На выбор очень много разных расцветок. Мне понравился с жирафом. Кофточка у нас идет в голубом цвете. Аппликация в виде жирафика головы и штанишки. Штаны идут, как сам жираф, в пятнышках и желтые. Очень интересно, мило смотрится. На одном из плеч имеется пуговицы, чтобы удобно было одевать ребенку кофточку. Манжеты на резинке. Ткань приятная, мягкая. Как указано, это 100% хлопок, а это немаловажно, тем более для сна и детям. Штаны у нас длинные.
имеет резинку, она не тугая, мягкая. Внизу у нас тоже, как и на рукавах, манжеты на резинке. Швы все ровненькие, аккуратно все пошито. Запах абсолютно никакого нету. Выбор у продавца был очень много разных расцветок. Пришла мне моя сумочка из моего любимого магазина Вейчен. Пришла она в тряпочном пакете. Сумка приходит с бирками. А эта сумка, она поясная. Ну, не только поясная, ее можно также на плечо, конечно, повесить. Имеет она два кармана. Вот здесь вот маленький карманчик, куда можно, например, положить ключи, либо мобильные, либо какие-нибудь документы проездной. И самый главный отдел. Здесь у нас идет небольшой карман. Внутри у нас еще на молнии имеется. Подкладка атласная, не шелестящая. Фурнитура вся металлическая, в золотом цвете. Собачки ходят плавно, не заедают. В комплекте идет ремень. Этот ремень пристегивается карабинчиками сбоку сумки на крючки. И мы можем повесить... Также этот ремень регулируется по длине, и вы можете повесить эту сумку и на пояс, и на плечо. В общем, удобная сумочка. На выбор было много разных расцветок. Очередные наушники приходят в фирменной коробке. Внутри лежат наушники на подложке. В комплекте у нас идет инструкция, чехол. Чехол водонепроницаемый. Очень удобно положил наушники сюда. И они у вас в красивом удобном чехле. Тут аксессуары. Запасные амбушюры и зарядные. А эти наушники также идут в кейсе. Что интересно, что здесь экран. То есть вот наушники пошли заряжаться, и вы видите заряд процентов. Индикатор красным светится, вот идет у нас зарядка. Крышка прозрачная, видно все. Здесь у нас вход для зарядки среднего размера. Эти наушники примагничиваются такой интересной формы. Каждое ухо подписано. Как только вы достаете наушники из кейса, они автоматически включаются. Вот видите, пошел поиск устройства. Подключается абсолютно к любому устройству по Bluetooth. Управление в наушниках сенсорное, то есть здесь вставлен сенсор. Емкость самого аккумулятора вот этого кейса 800 мАч, а каждого наушника 60 мАч. То есть примерно вам хватит работы этих наушников на 6 часов. На выбор также наушники были еще в другом цвете. Это покупка для мужа. Очередной бокс для хранения разных мелочей для рыбалки. Он достаточно компактный. Здесь у нас имеется одна застежка. И внутри у нас имеется много разных карманов. Каждый отсек у нас имеет свою отдельную крышку, то есть удобно здесь хранить разные крючки, я не знаю, что там еще из рыболовных штук, в общем, всякие рыболовные вещи. Кстати, можно использовать, знаете, для чего еще? Для, например, для маникюра, почему бы и нет, сюда можно ложить разные стразы, камни, разные цвета, диаметры, тоже удобно очень, каждый будет свой отсек иметь. Это купальник в очень красивом бирюзовом цвете. Он состоит из трусиков и верха. Трусики имеют по бокам у нас тоже бирюзовые вставки. Лана свой параметр размер L. Стоит из двойной ткани, то есть просвечивать точно не будет. Приходит с гигиенической наклейкой. Вот трусики и верх. Верх у нас имеет чашечки поролоновые с небольшим пушапом. И здесь у нас в качестве декора ананас. Это брошка, она отстегивается. То есть по желанию вы можете отстегнуть. Застегивается у нас как бюстгальтер, самая обычная металлическая застежка. Единственное, что по объему он не регулируется. И в комплекте идут лямочки, которые отстегиваются, регулируются по длине. Здесь вы можете пристегнуть, имеются крючки. На выбор у продавца очень много разных фасонов и расцветок. На самом деле тяжело было выбрать.
Это упаковка масок на лицо. Их тут в комплекте 10 штук. А как видите, они находятся в картонной коробке и они запечатаны. Как заявлено в этих масках, они отлично увлажняют кожу, осветляют, разглаживают, придают ей упругость. Входят все, каждая маска в индивидуальной упаковке, достаточно большие. То есть выглядит очень здорово. Можно даже взять эти маски в подарок. Их тут 10 штук. И каждая у нас запаяна маска. И что мы делаем? Мы накладываем на лицо, ждем 15 минут и можно снимать. Заказала я себе аппарат для маникюра. В комплекте идет вот такой вот блок, на котором имеются кнопки включения-выключения. Это, так понимаю, скорость плюс-минус. И вот еще у нас тут регулируется, наверное, мощность. Мы сам вот этот аппарат сюда подключаем, это к розетке. И в комплекте тут у нас идет много разных этих насадок для разного аппаратного маникюра. И в комплекте у нас такая вот силиконовая подставка, чтобы ставить наш этот аппарат. Здесь тоже кнопка включения-выключения. В комплекте у нас шла инструкция небольшая. Надеюсь, понравится, потому что я еще ни разу никогда не пробовала пользоваться таким аппаратом. Но буду смотреть видео и испытывать. Это пришел мне свитшот, как его называют, или толстовка по-простому. Свитшот идет в сером цвете, имеется у нас принт, рукава у нас манжеты, снизу также все выполнено. Такая достаточно плотная, не тонкая и не толстая, в общем, что-то среднее. Швы все ровные, аккуратные, запах абсолютно никакого нету. Сзади на спине у нас тоже ничего нет, просто спереди у нас имеется принт и все. На свои параметры я заказала размер L. Это светильник-ночник в виде буквы. Светильник это достаточно большого размера, ну даже сказать средний, вот с мою ладошку, посмотрите в сравнении. Широкая, она стоит отлично. На выбор есть все абсолютно буквы, цифры. Я взяла пока что попробовать буковку А, Александр, в детскую. Возьму обязательно еще букву Н, Никита, имена моих сыновей. Она выполнена из пластика. Ее можно повесить на стену. Имеется два крепления тут. И работает она, буква это, от двух батареек. И кнопка включения-выключения. Светит он слабенько, как ночник. Видите, здесь даже при свете вы не увидите. Желтым оттенком светит. Как ночник и как декор в детскую. Замечательная вещь. Смотрится она очень здорово. Так вот эта буковка выглядит. Она не очень яркая, не тусклая, так, небольшой ночник. В общем, смотрится здорово, красиво. Скорее всего, закажу еще буковку N обязательно в детскую. Ну что, на этом все. Моя очередная распаковка посылок закончилась. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях, и я постараюсь на них ответить. Ну и, конечно, если вам понравилось видео, я жду от вас лайков. Ну что, и, конечно же, я желаю вам хорошего настроения и удачного дня. Всем пока-пока, до новых встреч!